мягко. Уже похоже на какого Владимира, типа того, ну, напоминает мне. Прям очень длинный сустав. Рях один. Вот такой вот рях. Там сзади проводку стоит. Прям, ну. Едем дальше, потом на Москву. А потом на Иваново. Всем пока-пока. Да, вот такой паровозик тут на ярке стоит. Красота. Вон девочка полезла наверх. Большой паровозик. Там красота.
Так, ну что, я в Регане уже. Реган 2. Вот. Да, тут. Шауники тут у нас. Ну, прохладно становится. Все прям осень уже настоящая. Да, Реган. Ближе к Москве. Так что, что ближе к Иванову, и к Москве. Всем хорошего дня, отличного настроения, всем удачи и всем пока. Вагон битком набит. Сейчас вам сварю кофе, мы еще тронемся, чтобы это работало. При выходе осмотрите все свои места на забытые вещи. Забывают и кепку, и телефоны, и зарядное устройство, все забывается. Под матрасом отсмотрите, потому что часто туда что-то ложится. Хорошо? А вам-то это ж выгоднее. Почему выгоднее? Мы за, ну... Что забыли-то ваши? Нет, ради бога. За кепку пишут, за колготки пишут, за штаны пишут. Вот этим рейсом мы приехали в Новороссийск, пакет был вот так вот лежат. Кофточка, ну это, видимо, пожилой женщины, колготки вот такие вот, ну как, тоже, ну там еще какие-то вещи были, все, мы идем, акт пишем, что это в моем вагоне, забыта такая-такая вещь в таком-то месте, когда начальник несет на вокзал, там полиция транспортная принимает, камеру хранения, все прочее. А если вдруг мы не нашли, или там другой пассажир России увидел и себе забрал, там если вот так вот. Uh-huh. И только когда нам спрашивают, в вашем вагоне забыта была вещь, я говорю, я не видела, не знаю, это идет минус. Uh-huh. Все, и вот то, что я тут раз принесла начальнице, она говорит, почему ты не работаешь с пассажиром, почему они оставляют вещи? Скоро будете писать объяснительно. Я говорю, пассажир забыл свои вещи, а я виновата. Uh-huh. Так что очень часто, особенно подростки, оставляют и наушники свои, вот эти дополнительные батареи для телефона. Вот там мелочевка очень много оставляют. Ну и открывается магазин бытовой техники, да и все. Хоть какой-то там минус, здесь плюс.
Значит, ему